Ситуацию в дрожжевой отрасли обсудили сегодня на совещании у президента. В частности, рассмотрели вопросы функционирования дрожжевого завода в Слуцке, в развитии которого участвовали иностранные инвесторы. Мощности завода позволяют нарастить производство более чем в 3 раза. Кроме того, в стране работает дрожжевой комбинат в Минске и его филиал в Ашмянах. Потребность внутреннего рынка республики в прессованных дрожжах полностью обеспечена. Прозвучали предложения по оптимизации работы предприятий, на что президент предлагает выработать такое решение, которое позволит организовать эффективную работу отрасли. Главное, подчеркнул Александр Лукашенко, сделать как лучше для страны и людей. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей. Явка избирателей за 3 дня составила почти 19,5%. В числе лидеров по активности – Гомельская область. Заранее отдать свой голос в регионе пришли многие спортсмены, которые в основной день выборов будут заняты на соревнованиях и тренировках. Напомним, последний день досрочного голосования пройдет завтра, 16 ноября. Всего в списке избирателей включены почти 6 миллионов 900 тысяч человек. Специальный автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями получил в подарок Витебский районный центр обслуживания населения. Гуманитарный проект реализовывает посольство Японии в Беларуси. Микроавтобус оснащен подъемником для инвалидов-колясочников, пассажирские места удобно расположены. На новой машине людей будут доставлять в поликлиники и учреждения культуры. В Беларуси гуманитарная программа реализуется уже 15 лет.